Всем привет, с вами Прия. Сегодня Близкон будет ночью. О, сегодня у нас какое там число? Третье. Ну, у меня получается 4 числа, в час ночи, у тех людей, которые проживают по московскому часовому поясу, вся эта церемония открытия мероприятия начнется в 21 МСК. А есть весьма интересная новость для нас, для воверов. То, что с 22:30 до 23:30 по московскому времени команда разработчиков World of Warcraft поделится подробностями о новых материалах и функциях игры. То есть я более чем уверен, что будет сказано об открытии рейда Анторуса, когда он откроется в нормальном героическом режиме и, ну, мифическом через неделю там, после открытия Нормала и Гера. И, скорее всего, будет что-то сказано про выход нового дополнение 8.0, подробнее, наверное, о бета-альфа тестах расскажут. И будем надеяться, будем ждать сразу же после того, как все это дело закончится, как только с нами закончат делиться новыми материалами и функциями игры, я запишу видосик и запишу все свои мысли касательно сказанного ими. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ждите видосик через... Скажу, через сколько? Через 6 часов. До скорого.